Как сделать родной город лучше? Решению этого вопроса была посвящена встреча представителей администрации с жителями Видного, которая состоялась в кинотеатре «Искра». Людей много, вопросов и предложений еще больше. В 2016 году руководство Ленинского района планирует обустроить дворовые территории 39 домов. Схемы благоустройств были предварительно опубликованы на сайте, где с ними может ознакомиться каждый желающий. Речь пойдет об обсуждении планов на 2016 год в области комплексного благоустройства дворовых территорий. Сегодня мы услышим предложения жителей и депутатов в том числе, составим следующую схему работы, я имею в виду уже выход непосредственно на каждую дворовую территорию. Если площадка универсальная, ее стоимость более 2 миллионов рублей, конечно, она будет предусматривать занятия спортом, такие как баскетбол или бадминтон, теннис. И она же будет включать в себя спортивную зону там, с тренажерами или силовыми какими-то элементами. Через неделю после собрания администрация проведет встречи с жильцами всех домов, дворы которых планируются к благоустройству. Будут выслушаны все мнения и согласован окончательный вариант улучшений на будущий год. Но мы ежедневно получаем предложения жителей не только по комплексному благоустройству, а в том числе установки ограничительных столбиков, ограждений, в том числе по высадке зеленых насаждений, установки детских площадок, ремонту дорог. Поэтому работа ведется ежедневно, и все это учитывается в планах следующего года. Обещание – это, конечно, хорошо, но главное – их реализация. Проблем очень много, которые нужно решить. Но вы думаете, все будет исполнено, то, что пообещали? Ну, я думаю, какая-то часть будет исполнена. Остается лишь следить за тем, как власть выполняет свои обязательства и надеяться, что наш и так красивый город станет еще красивее. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.